Абдурашид Садулаев снова выйдет на ковер. Дагестанский вольник будет бороться с 18 по 20 июня в итальянском городе Сассари. Для лидера российской сборной это выступление станет первым в нынешнем олимпийском году. Бороться на ковре в начале этого сезона ему не позволяла небольшая травма колена. Помимо Абдурашида Садулаева, на итальянском турнире выступят еще четверо дагестанских вольников. Это Заур Угуев, Гаджимурат Рашидов, Магомед Рамазанов и Шамиль Шарипов.